Здравствуйте! Вы смотрите новости. О главных событиях за день расскажем прямо сейчас. Нас стало больше. С начала года в городе родились 3 мальчика и 3 девочки. Диспансеризация по-новому. Перечень обследований для взрослого населения обновили. Изменения для нынешних и будущих получателей, что ждет пенсионеров в 2018 году. Сегодня произошел пожар в 40-м доме на улице Ленина. Сообщение о возгорании на центральный пульт пожарной связи поступило в 15 часов 14 минут. Горела однокомнатная квартира на 2-м этаже в Финском доме. Пожар удалось локализовать спустя 20 минут, через полчаса после прибытия ликвидировать. Никто не пострадал, огнем повреждена кухня. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Возгорание произошло в кухонном помещении. Предварительная причина пожара – аварийная работа электроприборов. Пострадавших нет. С начала этого года родители первенцев могут рассчитывать на новый вид социального пособия. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Продолжит Валерия Чижик. В первом в этом году родился мальчик 3 января. Настоящий богатырь 490. Вчера был выписан домой. В начале 2018-го муравленковцев на 6 человек стало больше. За первые 10 дней января на свет появились 3 мальчика и 3 девочки. Вообще, по статистике, мальчиков рождается больше каждый год. Ну, так природа запланировала, чтобы мальчиков немножко с запасом рождается. Поэтому и у нас то же самое происходит, мальчиков больше. Елена Вовк 8 января стала мамой в 3-й раз. У нее родился мальчик, ее 2-й сын. Назвали мы его супругом Яков. По православному календарю было 3 имени на выбор. Ну вот, мы сделали выбор в пользу Якова. И такой вот нам подарок на Рождество, на все праздники новогодние. А для семьи Бересневых дочка Екатерина – долгожданный первый ребенок. К слову, маленькая Катя – первая девочка, которая появилась на свет в Муравленковском роддоме в 2018 году. 5 января мы стали родителями, у нас родилась дочка, чувствуем себя хорошо. Сейчас очень благоприятное время для рождения детей, то есть существуют разные поддержки, продлили материнский капитал. Это большой плюс, потому что мы, в принципе, собираемся за 2-м ребеночком идти. В ноябре президент Владимир Путин объявил о новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержки семей. С нового года появился новый вид социальных выплат – пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно на протяжении 1,5 лет. Выплаты, сумма которых более 15 тысяч рублей, будут адресными. Чтобы оформить пособие, родителям необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональный центр. Валерия Чижик, Владислав Дроботов, новости Муравленко. В выборах президента России примут участие 15 самовыдвиженцев. Центр избирком завершил прием документов от кандидатов. Среди претендентов – действующий глава государства Владимир Путин. У партии еще есть время до вечера пятницы. До 10 февраля будет сформирован список кандидатов, которых внесут в бюллетени. Всю интересующую информацию о предстоящих выборах избиратели могут получить в информационно-справочном центре по бесплатному единому многоканальному номеру, который до 20 марта работает круглосуточно. С этого года избиратели смогут принять участие в выборах по месту нахождения. Заявление о месте голосования можно подать в участковую комиссию, территориальный избирком, МФЦ или через сайт госуслуг, указав удобный избирательный участок. Заявление начнут принимать с 31 января. Подготовка к выборам в городе продолжается. Все помещения для голосования, в том числе и территориальный избирком, будут оборудованы системой видеонаблюдения. А для более удобного подсчета голосов на участках установят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Избирательная комиссия при составлении протокола его не ведет вручную, она его забивает в программе. Программа сразу проверяет контрольные соотношения и логические соотношения правильности заполнения протоколов. То есть, если какая-то ошибка в протоколе допущена или неточность, член комиссии не сможет ее попросту распечатать. Также в протоколе содержится QR-код, в котором зашифрована вся информация. На сайте фонда капитального ремонта работает личный кабинет. Ресурс позволяет контролировать начисление взносов на капремонт. На сайте фонда можно быстро получить информацию о задолженности по оплате взносов. Для получения доступа к единому порталу личный кабинет необходимо заполнить заявление и приложить к нему копии документов. Отмечу, что город Муравленко является лидером среди ямальских муниципалитетов по собираемости взносов на капитальный ремонт. За 10 дней Нового года в Муравленко зарегистрировано 2 случая мошенничества. Если бы не бдительность одного из жителей, жертв аферистов было бы больше. О самых распространенных схемах обмана расскажет Татьяна Бойко.
Drom.ru – популярный автомобильный портал. Но это не только огромная база данных, продажи автомобилей, спецтехники и автозапчастей, но и поле деятельности аферистов. Схема обмана проста. К примеру, мошенники выставляют на продажу автомобиль по заниженной стоимости и обязательно просят задаток. Начинают с небольших сумм, когда жертва попалась на крючок, пытаются заполучить как можно больше денег под самыми различными предлогами. Либо это болеет мать, либо срочное приобретение какой-либо недвижимости. Вот. Сначала просят, получается, небольшое количество денег, то есть, там, к примеру, 5-10 тысяч рублей. В этом случае самый надежный способ обезопасить себя – рассчитаться за покупку только при личной встрече с продавцом. Иначе вернуть деньги будет сложно. Мошенники хорошо умеют заметать следы. Как правило, счета, на которые переводятся денежные средства, открыты на подставных лиц. Как правило, это лица без определенного места жительства, ведущие антиобщественный образ жизни. То есть их, как правило, за денежное вознаграждение предлагают им открыть банковский счет вот, на их паспорт. После того, как они открывают, им передаются денежные средства, они передают банковскую карту с пин-кодами. Вот, и более данные лица не встречаются. Другой самый распространенный метод обмана – социальные сети. Мошенники взламывают интернет-страницу или создают ее клон и рассылают друзьям сообщение с просьбой перевести на банковскую карточку несколько тысяч рублей. Прежде чем выручить друга, сотрудники полиции рекомендуют перезвонить ему или написать сообщение. Полезный способ распознать мошенника – это задать личный какой-либо вопрос. То есть, если человек находится в друзьях у вас, то по-любому вас с ним что-то связывает. То есть, задать проверочный вопрос, естественно, мошенник не сможет на него ответить. Там, при каких обстоятельствах познакомились или там, сколько лет дружите. Несколько дней назад жительница Муравленко лишилась 36 тысяч рублей. Она перевела их на банковскую карточку аферистов за покупку шубы. Женщина ее присмотрела в группе одной из социальных сетей. А мужчина вместо купленного им телефона в почтовой посылке получил картон. Подобных случаев мошенничества в прошлом году было около 60. Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Ведь если следовать простым правилам, то можно легко обойти ловушки аферистов. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. В пенсионной системе изменится несколько правил. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. А с февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля на 4,1%. У пенсионеров, которые работали в прошлом году, в августе 2018 вырастут страховые пенсии. Пенсионный фонд проведет традиционную беззаявительную корректировку. Кроме того, в текущем году продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это не заморозка пенсии, то есть пенсионные накопления формируются не на накопительную часть, а на страховую в размере 6%. Те накопления пенсионные, которые были накоплены гражданином и уплачены работодателем до этого периода, сохраняются в полном объеме. Они участвуют в формировании пенсии точно так же. Мораторий никак не влияет на возможность перехода из негосударственного пенсионного фонда в любой другой негосударственный, либо в управляющую компанию. С этого года вступил в силу новый порядок диспансеризации взрослого населения. Так, из первого этапа, на котором выявляются риски заболеваний, части обследований исключены, другие, напротив, будут проводиться чаще. Подробности в сюжете Инны Юшиной. Диспансеризация в Муравленко проводится уже 5-й год. Комплексное обследование позволяет на ранней стадии выявить заболевание. С 2018-го порядок медосмотра немного изменился. Изменения практически во всех методах обследования. Больше всего это касается лабораторной диагностики. Теперь у нас из лабораторной диагностики осталось только обследование крови на холестерин и сахар. Из инструментальной диагностики там претерпели изменения электрокардиографии, изменился возраст прохождения. Измерять внутриглазное давление теперь будут только с 60 лет. А вот маммографию после 39 лет рекомендуют делать раз в 2 года. Сейчас главной целью диспансеризации станет выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. В 2018-м это добровольное обследование могут пройти 3090 горожан. А чтобы пациенты не забыли, на диспансеризацию будут приглашать адресно представители страховых компаний.
каждым годом активнее, можно даже сказать, особенно если это идет совместно со страховыми компаниями, когда идет СМС-оповещение, когда идет оповещение в СМИ, то пациенты приходят. К собственному здоровью жители города с каждым годом относятся все серьезнее, говорят врачи. Очевидно, государственная поддержка, дающая возможность совершенно бесплатно пройти медосмотр и проверить свое здоровье, дает свои результаты. Конечно, важно знать свое здоровье. Знаешь о состоянии своего здоровья. И если какие-то отклонения есть, то можно всегда не направить на лечение. Конечно, важно. Это наше здоровье. Поэтому нужно заботиться об этом. Спасибо за диспансеризацию бесплатную. В прошлом году в ходе диспансеризации обследования прошли 3716 человек. На второй этап, иначе говоря, на допосмотр, были направлены почти половина пациентов. Нередко у горожан таким образом выявляются заболевания, о которых они даже не подозревали. Два случая онкологических заболеваний, подтвержденных и уже пролеченных, обследованных в специализированных учреждениях лечебных за пределами округа. Было выявлено 7 случаев сахарного диабета впервые и 25 случаев артериальной гипертонии. Все эти люди взяты под диспансерное наблюдение. Благодаря диспансеризации медработникам удается выявлять заболевания на ранних стадиях их развития. И это возможность своевременно начать лечение пациента и залог выздоровления. Инна Юшина, Владислав Дроботов, новости Муравленко. В Управлении культуры и молодежной политики продолжается выдача новогодних подарков неорганизованным детям. Сладкие гостинцы предусмотрены для ребят в возрасте от 1,5 до 14 лет включительно. Подарки уже получили более 170 юных горожан, которые не посещают образовательные учреждения. Всего в списке 330 таких детей. Для получения подарка родителям необходимо предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. А выдача данных подарков производится по адресу 70 лет октября 24, здание детской школы искусств, второй подъезд, кабинет номер 1. До окончания школьных каникул остается всего несколько дней. Вместе с новогодними праздниками завершается и 4-й сезон сетевого проекта «Про каникулы». За время зимних каникул в нем уже приняли участие более 300 детей разного возраста. Каждый нашел развлечение на свой вкус. Ребята участвуют в театрализованных представлениях, мастер-классах, литературных и юмористических играх. В четверг в детской школе искусств пройдет заключительный спектакль этих школьных каникул – «Праздник кота Варфоломея». Все мероприятия были рассчитаны на младший школьный возраст, потому что именно у этих детей смотивирован интерес и к учебе, и к каким-то мероприятиям. Но, как показывает практика, дети у нас идут с 3-4 лет с родителями. Они прям очень удачно и хорошо с интересом участвуют в наших мастер-классах. Ну и, конечно же, взрослые детки у нас тоже к нам приходят, и особенно им нравится участвовать непосредственно в мероприятиях, быть активными их участниками. Сетевой проект «Про каникулы» продолжится. Во время весенних каникул ребят вновь ждут интересные киносеансы, захватывающие спектакли, познавательные квесты, увлекательные игры и мастер-классы. Это вся информация выпуска о развитии событий в наших следующих выпусках.